Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас видеообзор на вот такие вот чикапайки, классика, самые обыкновенные латте. Здесь у нас 6 штук, масса 168 грамм, а в одной 28 грамм. Так она выглядит. Покупала ее в фикс-прайсе за 50 рублей. Ну или 55, где-то так. Так, также посмотрим состав. Вот он. Надеюсь, там было видно. Состав здесь на разных языках. Вот, и давайте ее откроем. Посмотрим. Да, здесь 6 штук, я уже вижу. Самое обыкновенное. Продукт не содержит трансгенов, консервантов, искусственных красителей, глутамата, натрия. Прям полностью натуральный продукт, якобы. Ну, ладно. Так она выглядит у нас сзади. На красном фоне, конечно, не очень хорошо все видно. Но я надеюсь, что вы увидели. Так, и также давайте нам поможет наша тарелочка. Так, ну, конечно, я уже вижу, что она не очень красивая. Здесь вот какие-то зазорчики. Ой, даже ломается. А, в принципе, я сейчас начинаю вспоминать. Я делала чикапайк на банан, со вкусом банана. Там тоже что-то такое подобно, как-то так выглядела она. Не очень красиво, не очень качественно так. Ну, а магазин чикапай уже в обыкновенном магазине стоит гораздо дороже. Не знаю даже, что там может быть. Может быть, она покрасивее, может быть, она весом побольше даже. Не знаю, напишите в комментариях, кто покупал именно не в фикс-прайсе чикапай, чем они отличаются. Кто пробовал, обязательно напишите. Вот так она выглядит в серединочке. Довольно все равномерно, все как положено. Ну, единственное, по бокам здесь вот побольше этой белой вкусняшки. Посередине поменьше немножко. Вот. Ну, здесь вот немного мало шоколады виднеется. Вот. И давайте я ее попробую. Такая она очень нежная, вкусная, в меру сладкая, то есть не приторная, как Милка шоколадка, например. Вот, такая нежно-сладкая, такая вкусная. Также вот эта вот прослойка такая мягенькая, знаете, хочется просто отодрать вот этот вот хлеб. И есть одни вот эти вот желейные вкусняшки, что ли, как они называются, я не помню. Но они, блин, она такая вкусная. Нет, она... А, нет, оттирается она. Вот она. Она отдирается, но она нереально вкусная. Я не знаю, я просто люблю такие штучки. Всякие такие желейные. Не желейные, а как... Не знаю, как она правильно называется. Как в детстве, вспомните, мы с вами. Печеньки были друг на дружке, так слеплено. А посередине что-то там сладенькое. Я помню, разлепляли, сладкое это съедали, а потом печеньки сухомятку. Очень вкусно, мне понравилось, советую. Ну, я тут чуть-чуть набезобразничала. Она бесподобна. Эта белая штучка просто восхитительна, нереально вкусная. Мягенькая, прям такая нежненькая. Мне очень понравилось, советую. Можно, в принципе, такие дарить. Они не вот прям безобразные. В принципе, они нормально слепленные.
Я не думаю, что человек заметит, что она в ней, вернее, что-то не так. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Пишите комментарии, пожалуйста, в YouTube, не где-то там. Вот. Чтобы люди видели ваши комментарии. Также смотрите ролики на Чикапай с бананом. И также Чикапай с шоколадом. Вот они, банан уже вышел, он где-то там найдете. В плейлисте обзоры из магазина Фикс Прайса. И с шоколадом тоже там где-нибудь рядышком она должна выйти. Вот, также другие обзоры из магазина Фикс Прайса на продукты, на вещички всякие. Также из других магазинов обзоры на шоколадки, на все-все-все. И также наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, путешествуем. Вот, и обзоры на технику. И многое-многое другое. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.